Центральную избирательную комиссию Чувашии начали поступать документы от кандидатов в депутаты Государственной Думы России. Первой стала Ксения Прокопьева. Она собирается избираться депутатом в парламент страны по Канашскому избирательному округу номер 37. По Чебоксарскому избирательному округу номер 38 выдвинулся пенсионер Валентин Сретенский. Сегодня же началась кампания по выдвижению кандидата в Государственный совет. Она продлится до 29 июля 2016 года. Представители партии и кандидаты должны предоставить документы в Центральную избирательную комиссию. Напомню, что 6 политических партий – «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко» и «Коммунисты России» – участвуют в выборах депутатов Государственного совета без сбора подписей. Остальные кандидаты должны собрать в поддержку своего выдвижения определенное количество подписей. На федеральном уровне без сбора подписей могут участвовать в выборах 14 партий. Кроме уже названных, это «Партия Роста», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Партия Родина», «Партия Зеленая» и «Гражданская сила».